Короче, ребят, едем вот на эту точку. Самый большой крест. Как ребята говорят, самый большой крест в России, да? Дальше не заедем. Буксует, да? Ну да. Полный привод, ребят, буксует. Горку на. Нет. А, на переднем только едешь? Кардан снял. Кардан снял? Зачем? Шлицы срезал. По ремонту. Мало ли нахуй. Уедет, блядь. Там тебе поставили этот. Ручник. Ручник. Короче, ребята. Да. Самый большой крест в России. Крест 47 метров. Что, закрыт он, говорит, да? Да, что-то типа не в эксплуатации он еще. А его когда построили? Давно? Сколько? Два, да? А, и что такое? А, снимаете? А, я думал, сова. Нифига он огромный. Я тут ветер, холодно, ребята. Здесь, ребят, уже теплее, ветра нету. Там, конечно, ветер нас сдувал. Красота, да? Для кого построили, закрыли, блин. Если посмотреть нельзя. Город, конечно, отсюда видно хорошо. Но все смотровые площадки закрыты. Мы были вон там, вон крест, да? Да, 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 да. Вот, поднялись. Смотровая площадка. А такую площадку на ту сторону бы сделали? Тут живете, сами тут не были? Не, я был. Парни говорят, местные живем, но тут ни разу не были. Сами живем, ни разу я вот не был. С ноября месяца построили. Красота. Ребята, мост, на котором изображен на 10-рублевой купюре, на бумажной. Помните 10 рублей бумажных? Ну вот он, этот мост, город Красноярск. Вот отсюда такой прекрасный вид на город. Как на ладони. А тут у нас Енисей. Сводить на экскурсию до места. Да, я, короче, ребят, приехал с Калуги, чтобы местных сводить на экскурсию. Они говорят, здесь ни разу не были. Ну вот, если бы не я, они бы здесь не побывали бы. Вот видите, пацаны, не зря я сюда приехал. Хоть побывали, посмотрели красоту. Ну вот, посмотрели. Че, парни, что вам еще показать? Куда вас еще свозить? На рыбу, да, на ГЭС. Попробовал. На ГЭС поедем? Ну посмотрим сейчас. Нам, короче, говорят, на машине подниматься, говорит, нельзя. Ремонт идет, закрыто, машины едут. Четко. Ну, хоть пешком прогулялись. Вот, видите, чуть не наебнулся. Хорошо, хоть горный тормоз сработал. Вверх поехал. Пешком сходили, спустились, а теперь на тачке вверх едем, ебать. Четко. Тут
Вообще. Девушку можешь наверх довести. Все равно подоедем разворачиваться. Просто где логика, мы пешком туда сходили, назад пришли, на машине наверх поехали. Вот дубль 2, только уже на тачке. О, девочку довезли, поехали назад. Все, ребят. Размечтались. О! Красота. Прикольная такая, да, смотровая площадка здесь. Каких-нибудь побогаче, на чтобы вернуться, да? Да, на желание. Мимо, ёпта. Собирай в карман. Ну как вам, пацаны, царь рыба? Отлично. Ну вот, привел их сюда, посмотрели красоту, поехали дальше. Парни, сандали никому не нужны. В карьере ходить. Такая приятная, да? Я дыну ее бью. Пахнет она обалденно. А что за материал? А? Материал. Кедр. А пахнет, да, как обалденно? Кедр, да, тут еще Женя. Мишка. Прикольно. Ложечку. Берите шишечку прям. Я зубы не сломаю? Нет, нет. Надо инвестировать. Доходи, слышь. Водички надо. С чаем надо. Сладкое, варенье же, оно сладкое. Не обалдеть. Правда? Да. Очень вкусно. Охренеть. На автомате. Пошел. Так на воле. На тягаче. Стоп. А вот наша едет. Высоко поднимает, да? Летим, летим. Поедем, ребят, наверх, посмотрим, что там творится. Бля, ну высоковато, да, базара нет. Высоты не боишься? Я? Не. А ты что, боишься? Прыгай. Пора пойти. Бля, так высоко поднимаешься. Непривычно. Опа, а чё? Тормоз? На чили, на расслабоне. Ну как бы высоко здесь, я скажу вам. Прям все выше и выше. Чё, поднимайте телегу нам. Всё, спасибо, тележка нам. Хорошо. А, вау. Ребят, я нашел, где на ватрушке надо кататься. Тут можно, в принципе, летом на ватрушке ездить. Вниз спустился, нахуй, и копчик стер по самую шею. Фу, бля. Вот почему туда можно сходить. Во. Вот это видончик. Гора, говорит, называется Такмак. Такмак. Ну, красиво. Базара нет. Короче, есть на что, ребят, посмотреть.
гора змей здесь есть. Если говорят, значит и есть. Бау. Красота. Кто что-то только не привезет, платок, тряпочки, а тут кто-то перчатку прихуярил, маску. Кто на что гора? Ну, бля, носки что ли снять свои? Маски. Ну да, да, то маски, говорю, смотри, привязали. Труханы можно повесить. Во! Вот это! Да! Кайф. Вот такая вот, ребят, красота. Вид просто космос. Чё молчите, блядь? Смотрим туда. Давай опускать. Полетели. Хуя, бля. Зависли нахуй. Свет кончился. Поехали. Главное, чтобы она не самокатом поехала. Прикинь, какая скорость будет развиваться тут. Как заснять? Хотел заснять, и ты под стол попала. Оу, парни! Наверх смотрят! Мужики! Оу! Как тебя зовут? Вася! Пошел ты нахуй, Вася! А вот мы и на месте. А вот мой штрих-код выглядывает. Стояночка забивается уже. Кто-то засунул бумагу. Записочка. Поняли. Записочка. Здравствуйте, Анатолий. Очень жаль, что не получилось увидеть тебя. Смотрю твои ролики уже давно. Классно, что ты побывал в нашем городе. У тебя очень прикольный... прикольный прицеп. Прикольный прицеп. Желаю удачи, везения тебе во всем, как здоровья, ни гвоздя, ни жезла. 21.8.21 Красноярск, Степан, Скания, топ. Спасибо, Степа. От души. Ну, здравствуй, берлога. Все, ребят, я на месте. Спасибо, пацаны, что показали мне город, красоту. Спасибо всем, кто приезжал. И, короче, кайф. Я устал, ноги аж гудят. Вот, что? Сейчас будем монтировать ролик для вас. Взял приколюх. Вот тут концерт ради меня, ребят. Приехали, короче, погулять в город. Я же говорил, ради меня концерт, вот все дела. Салют ради меня делают, концерт ради меня. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Прикольно, конечно, лавочки. Он пришел на лавочку посидеть. Бля, лампочки эти светят так сильно. А так вот весь вид на город. Ну и, конечно же, ребята, на 10 рублях есть часовня. Вот она, родная. С
прекрасным видом на город. Отсюда, конечно, космически. А только посмотрите на это. Девочки, что ли, есть? Бля, вчера были. И что, они приезжают в рацию, кричат? Да, походу, да, братан. И что, сколько денег стоит? По-моему, от 600 рублей. Мне там дальше 1000 и так. Час, полтора. Я понял, спасибо. Толян, Толян, не хулигань. Да я не хулиганю, мне просто интересно, в диковину неужели, бля, в натуре они приезжают и по рации кричат? Да, сейчас подождите, еще может часик полтора, они приедут там. Ну, старается, нахуй, чтобы 5-6, нахуй, двигается по-разному. Ну, бывает, они приезжают, да, хуй знает, в основном приезжают всегда. Вот поэтому мне в диковину вот я и спросил, блядь, неужели это реально, блядь? Да тебя пускай рация включена будет, да они как приедут, там услышали, будут орать нахуй, ебать. Каждые 2 минуты его. Девчонки, в канале. Ну, работают, пока все заняты. Все заняты, да? Да. А сколько вас? Трое. А что, почем, какие цены у вас? Нет, 640 тысяч, а час полторы. Когда освободятся, кричать будут, да? Обязательно. Доброе утро, ребят. Доброе утро. Хватит чилить. Надо работать. Так, что у нас по Москве? 5:30. По-нашему у нас уже сколько? 9:30. Как раз мне тут 20 минут ехать до выгрузки. В 10 у меня выгрузка. Ну что, ребята, поехали? Сегодня разгружаемся и сегодня загружаемся домой на Москву. Ну все, поехала. Подписчик наш. Теперь я понимаю, почему мне местные говорили, тебе, Толян, повезло, что Красноярск чистый был. Посмотрите, я в город смотрю, а там что-то все белое. Соответственно, если бы я поднялся бы в горы, то что? Конечно же, с гор бы я город бы не видел. Потому что он, короче, как в тумане в каком-то. Вот это, ребят, мне больше всего нравится. Приехал по адресу, то, что указан, говорит. Не сюда. Здесь нельзя, говорит, разворачивайся. И в другую сторону, там с какой-то другой стороны. А навигатор туда не ведет. Вот про это я и говорил, что интересненько тут. Вот так делаем. А потом в другую сторону, ребята. А теперь нам найти, где с вами развернуться. Мне нужно здесь пропуск получить. А это значит, мне нужно где-то тачку здесь бросить. Да! Вот как-то так и никак иначе. Короче, пошли, ребят, за пропуском. Как думаете, почему я такой счастливый иду? Потому что мне пропуск дали на завод заехать? Нет. Потому что я забыл документ на тачку. Надо идти. Тут, короче, у меня прописано номер машины, номер прицепа. Все прописано. Есть права, есть паспорт. На документы я просто тачку забыл. Я что-то не подумал, что надо взять документ на машину. Они говорят, ой, к сожалению, я же не знаю, на чем мы приехали. Я говорю, тут написано номер тачки. Не-не-не.
как говорится, правило есть правило. Базара нет, что, косяк мой. Зато походим, ножки разминаем. А теперь ебало счастливо, потому что пропуск получил. Получил пропуск. Можно заезжать. Добрался до КПП. Толян, ты шустро с Хакасию пришел. Ну да, да, быстро. Ёкарный бабай. Зачем ты это сделала? Облили водой меня какой-то. Хрен его знает, ребят, где тут разгружать. Еду, так вот смотрю. Но тут разгрузка нигде не пахнет. Во. Пошел, спросил. Сзади МАЗ едет с такими же блоками. Хорошо не проехал. Я сюда налево поворачиваю. Он тоже блоками какими-то. Но он по месту, я так понимаю, возит. Ага, ага, ага. Я, по-моему, нашел, ребят. Вот она, площадка. Вот к ней мне нужно будет задом подъезжать. Вот сюда задом сдаешь. И тебя разгружают коры. Ну все, подписал, ребят. А теперь ждем время. О, Москва, 7 часов утра. А у нас, ребята, уже обед. Короче, с 11 до 12 здесь обед. Так что часик прикуриваем. Можно тоже покушать. И что, и будем разгружаться после. Ну вот. Сразу прибираемся. Вот и все, ребята. Как думаете, что я хочу сделать? Сукин сын. Нормально. Ну вот и все. А теперь едем, грузимся и на Москву. Домой! Ну, короче, позвонил. Вроде я на правильном пути. Сказал, направо поверну. Железку перепрыгну. Серо-голубое здание будет передо мной, четырехэтажное. Вон вижу, возле Делка. Там с правой стороны будет, по-моему, склад. Я так понимаю, это ребята здесь. Вот они, мешки. Сюда, наверное, задом сдавать. Короче, как пенопласт какой-то, ребят. Он легкий. Типа крышу, что ли, утеплять. В мешке даже 100 килограмм нету. Сказали, полную фуру забьют в два ряда. Будет тон 5-7 от силы. В районе 10. Она, бля, вообще легкая. Я думал, они тяжелые. А они легенькие прям вообще. Я даже не знаю, что это такое, блядь. Как блок, что ли, какой-то.
охрана грузит, видите. Будет чуть-чуть выпирать, так как они раздавливают, чтобы поместилось. Вот они, видите, вылазит. Но она мягкая, ее можно потом подбить вот так вот. Ну и все, и нету, видите. И вот этот тоже, да? Короче, уже забили. А теперь второй ряд. Сейчас второй ряд загрузит. Около 80 мешков должно быть. Или 84 мешка. Подписчик привез оленину мне, колбаску и медвежатинку. Колбаса как колбаса. Вот она, медвежатина. У нее прям мясо такое. У нее запах не колбасный. Такая, как кровянистая колбаса. Колбаса как колбаса. Полная под завязку. Ну все, ребят, я загрузился. Ну что, с Богом по нашим дорогам, до дома, до хаты. До Москвы, ребят, едем. До Красной, ой, до Красной, до Павелецкой площади. Короче, я так понял, это утеплитель куда-то на вокзал. Она прям такая взбитая, полная фура. Вот так вот едет, да, фура и фура, штора и штора. А что там под шторой, ну, неизвестно, да? И вот такая вот там забитая она полностью мешками. Хорошо, хоть она легкая.